Несколько дней назад не стало выдающегося киномастера Вадима Юсова, легендарного кинооператора, снявшего «Я шагаю по Москве», Бориса Годунова, а также самые известные фильмы Андрея Тарковского «Солярис», «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Он скончался в Москве на 85-м году жизни. Многие кинокритики считают, что завораживающей атмосферой фильмов Тарковский обязан именно Юсову. Своими необычными приемами работы с камерой он задал планку для всех последующих поколений российских кинооператоров. Вадим Юсов не раз приезжал в Ивановскую область. Он был почетным гостем на фестивале «Зеркало». Но даже в последних своих интервью он говорил не о себе, а о режиссерах, с которыми ему удалось поработать. Особенно много он говорил о Тарковском. Тарковскому характерно такое понятие, которое мы в кинематографе называем принципом внутрикадрового монтажа. То есть снимать длинные планы, в которых актер точно выполняет мизансцену и произносит текст. Это довольно трудно. Мэтр отечественного кинематографа будет похоронен 27 августа в Москве на Новодевичьем кладбище. По решению родных Вадима Юсова гражданская панихида проводиться не будет.